Ну что, ребята, всем привет! С вами Кононова Аня, это мои пустышки семьи Кононовых. Вот, давайте начнем. Значит, с самого края будем начинать. Так, итак, смотрите, закончился такой вот бьюти-комплекс. Не знаю, есть он сейчас, нет наличия его. Артикул 153-68. Красота ваших ногтей. Пили мама, папа, муж, я, получается, дочка старшая. В общем, мы его выпили буквально, может быть, недели за полторы, за две. Потому что тут 60 порций по 5 грамм. Состав тут, в принципе, такой, знаете, шикарный, да, вот, честно скажу, даже не посмотрела, если он сейчас на сайте, можете поставить на паузу, почитать, если вам это надо, да, то есть красота ваших ногтей. Артикул у него 153-68. Далее я пользовалась вот такой вот очищающей маской для лица. Ее, по-моему, сейчас уже в наличии нет. Масочка нравится, очищает хорошо, нормально. Но я сейчас перешла к Айсиолу на скатку, мне она тоже нравится. И нашу черную маску с углем, которая идет Detox, да, от Axiology. Вот, артикул 0275, это глиняная обычная масочка. Дальше, малофтилин. Закончилась пара упаковочек, из-под одной упаковку я куда-то потеряла. Значит, это крем на основе чрезкожного проводника с растительными экстрактами и маслами. Тут, значит, идет как назначение для ухода за кожей лица и тела, предохраняет кожу от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток, активизирует обменные процессы в глубоких слоях и так далее. Но мы его используем как детский крем, как крем от какого-либо раздражения и так далее, и так далее. Очень хорошо помогает. Артикул 70912. Это наш сос-крем «Малофтилин». Очень-очень нравится. Далее, смотрите, у мамы закончилась пара тушей. Вот таких вот, артикул 5599. Сейчас новая тушь у нас появилась с пептидным комплексом. Я перешла на нее. Вот, туши обе очень-очень старенькие. Она, когда переезжала, она нам эту тушь отдала. 5599 артикул. Вот эта тушь мне тоже нравится. 55-98, но всему когда-то уходит срок, и она тоже уже начала заканчиваться, комковаться. Открытые они у меня все более 4 месяцев, наверное. Далее, смотрите, вот этот 6 месяцев срок годности открытый, где-то он у меня так и пробыл. Мне не понравилось им умываться, но претензий у меня к нему никаких нету. В общем-то, да, это гидрофильное масло для очищения. У него нормальный запах, нормальная консистенция. То есть мы наносим масло на сухую кожу лица массажными движениями, оставляем на 30 секунд, смываем теплой водой. Вот, потом умываемся после этого масла пенкой, потом скатываем вот эти вот скаточкой, это Айсиол, потом мы наносим вот эти вот кремы Айсиол и так далее, и так далее. Мне эти процессы до такой степени показались долгим, и когда я посмотрела ролик, я поняла, что да, может быть, это и круто, но мне было лень, и он у меня достоял до того, что, ну, в общем, он мне не пригодился. Я люблю умываться просто обычными пенками. Артикул 0844, оно идет 100 мл. Средство интересное для того, кто любит вот эти вот кучу этажей косметики на себя наносить, наносить, наносить. И вот она им будет нравиться, нравиться, да, то есть и вот они вот, чтобы у них ритуал превратился там, я не знаю, в полчаса ухода за собой. Я же умылась пару раз в неделю скрабчиком или скаточкой, да, и кремчики наношу, наношу и все, да, то есть вот эти все куча этажей ухода за собой как-то вот меня не прельщают. Это слишком долго, мне не нравится. Далее, значит, лосьон от черных точек. Это использовала у меня Катерина. Отличный лосьон из линейки N4W. Артикул 0468. Запах, консистенция, как он ухаживает за кожей. Прям никаких нареканий к продукту нет. Я сейчас тестирую. И не только тестирую, но и ухаживаю за собой вот этой вот линеечкой. Значит, шприц и
получается крем для лица и шеи, круговая пластика, омолаживающая комплексная программа. Значит, я сначала наношу на морщинки вот этот шприц, корректор глубоких морщин с артикулом 3071. Вот, а потом наношу вот этот крем для лица, круговая пластика. Эффект есть, эффект хороший, мне очень нравится. Мне 37 лет, у меня проблемы с шеей в основном, и я наношу на шею декольте его вот на постоянной основе, плюс, ну, на лицо попадает, да? Вот, он, значит, написано, что подтягивает, моделирует, укрепляет, предотвращает провисание нижних отделов щек и подбородка, препятствует деформации лица, возвращает коже эластичность, плотность и тонус. Вот, значит, артикул 1078 и 3071. Шприц тоже очень такой, знаете, интересный. Вот, то есть вы на него нажимаете, и у вас что-то вот выходит. Да, таким вот образом он идет. Ну, тут уже сейчас пусто, да, то есть, ну, такая вот эмульсия, легонькая-легонькая. И вот этот крем для лица, круговая пластика, он тоже такой светленький. У меня сейчас они стоят, они еще есть открытые. А далее, питательная маска для лица, полностью ее уже вскрыла, израсходовала, у нее очень яркий, приятный аромат. Что-то еще из линейки спа осталось на складе, но я как-то вот все еще ей пользуюсь. Помню, что я ее брала, по-моему, за рубль по программе Faberlic Club и взяла целую кучу. Артикул 24.14. Я вообще тогда взяла кучу масок, у которых уже подходит срок. Это было более полугода назад. У нас должно было быть мероприятие весной в Вербилках, даже больше уже полугода назад. И из-за пандемии мы его отменили. И все подарки, которые я взяла по программе Faberlic Club для того, чтобы положить их участникам в Вербилках, да, то есть все подарки вот сейчас я использую сама, потому что мне не удалось их вывести за пределы своего Кирова. Артикул 24.14. Далее, очень понравилась металлическая помада для губ, артикул 44-156. Я не помню точно, сколько она хранится открытой, но она у меня открыта более года, и она до сих пор не закончилась, да, то есть матовый металлик такой вот. Я уже ее выкидываю только потому, что она очень больше года, очень давно открыта, и помад у меня много. Далее, вот эта помадка, артикул 40003, тоже оттеночек мне нравится, но у нее уже поменялся вкус и цвет. Да, ой, на крем плохо налегла, но очень сам по себе цвет красивый, и я с удовольствием, если такая помада еще есть, я ее закажу. Она действительно классная, и цвет действительно суперский. Помад у меня открытых очень много, и из-за того, что, ну, как много, больше 40, наверное, да, вот я же одна на помады. У меня даже девчонки после свотчей просят купить помаду, но я некоторые цвета, ну, просто не отдаю. Далее, ну, тут она практически уже закончилась, ее практически нету. Тоже очень красивый цвет помадки. Вот, тоже очень давно открыта. Такое вот зеркальце тут есть в составе. Она на крючок, на щелчок, вернее, да, открывается, закрывается. Тоже здорово. Вот, да, то есть вот тут открылась, раз, достали. И засунули обратно, да, то есть классно, вообще классно. Оттенок очень красивый. Да, как вы видите, прямо суперский оттеночек. И это и та помада, я такие люблю. Артикул 44050. Это зубная паста для чувствительных зубов. Мгновенное снижение чувствительности. Идет в таком вот тюбичке. Вот, она такая, знаете, не сильно мятная, что мне очень понравилось, то, что она не сильно мятная, во рту ничего не сводит, она такая нежная, и зубы у меня действительно чувствительные, и когда я начала пользоваться, я наконец-то смогла нормально, самостоятельно откусить даже яблоко, да, то есть проблемы у меня были действительно, я даже и не знала, что зубы у кого-то бывают чувствительные, у кого-то нет, но вот как раз-таки... Когда начала пользоваться этой пастой, я наконец-то начала хоть что-то кушать, то, что мне нравится, без вот этих вот неприятных ощущений. Вот, значит, она имеет кислородный комплекс в составе, биоактивный комплекс.
кальций, активное соединение калия. И способ применения у нее, ну, обычный, в течение 2 минут чистим зубы на щетке, на обычной щетке. Артикул 1657 действительно хорошо снимает чувствительность зубов. Очень хорошо. Далее закончился еще у нас у всех вот такой вот бьюти-комплекс. 35+, красота, свежесть, блеск и сияние. Артикул 154-65. Тут тоже огромный спектр витамин. Пьем витамин С. Тут есть, да, один из самых эффективных антиоксидантов, которые препятствуют разрушению коллагеновых волокон. Витамин Е, автолизат пивных дрожжей, плоды граната, примула вечерняя, пуэрия дольчатая. В общем, отличный комплекс для людей за 30, кто хочет, чтобы у них кожа была молодой. Далее сахарозаменитель стевия в жидком таком виде, в темном. Артикул у нее 156-77. Если я пью кофе, я пью кофе только с ней. Свекровью у меня сахарный диабет, она тоже сейчас живет с нами и тоже его принимает. Масочка 60+. Недавно со свекровью делали ее вдвоем. Артикул 0761. Глиняная, классная такая маска, которая и очищает лицо, и выравнивает его, и делает моложе, и подтягивает контур лица, если делать на постоянной ее основе. Она так и называется — маска скульптор для лица, шеи, декольте. Если делать эту маску на все лицо, шею и все декольте, одной штучки как раз хватает на одно применение. Дальше поехалите с вами. Давайте начнем с гигиенические прокладки. Кстати, у меня их тратится много. Вот, потому что в день не по одной штучке нужно, их тут 20 штучек, артикул 112-88. Честно вам сказать, хорошие прокладочки, суперские. Мне бы, может быть, хотелось, чтобы они были немножко подлиннее, но, в принципе, они все такие, в магазине все такие. Вот, это уже такое личное предпочтение, я бы сказала. Это у нас тоже в туалете лежит, влажные салфетки для интимной гигиены. Так, сейчас я вам... Артикул 2607, просто обалденный классный аромат. Далее, вот даже не знаю, есть такие или нет салфетки. Артикул 2215, это тоже все для интимной гигиены. Вот это все здорово, конечно, брать с собой в дорогу и пользоваться этим в дороге, просто великолепно. Конечно же, влажные салфетки универсальные, антибактериальные, 30 штучек в упаковочке. Люблю ими прибираться, протирать пыль и так далее. Артикул 115-50. Маски для волос. Катя, мама, я, втроем мы пользуемся масками, поэтому, честно сказать, масок у нас летит много. И это, конечно, не все маски, израсходованные за последний месяц, но как-то вот не всегда маски доходят до ведра, до пустых баночек. Да? Чаще они все-таки в помойное ведро как-то вот улетают. Да, маска-пудинг для волос. Артикул 2481. Классная, питательная. Вот, эта маска немножко утяжеляет мои волосы, но маме она подходит тем, что у нее седые редкие волосы. Из-за диабета у нее вообще волос на голове мало, и она как-то вот перекрасилась недавно в белый, и сейчас на данный момент она пользуется вот этой восстанавливающей маской. Она как раз идет для всех типов волос и с ценными маслами. Ей она очень-очень подходит. Артикул 8212. Вот это, конечно, вся зимняя линейка Winter Care идет просто супер. Я ее обожаю, эту линейку. Всем вам рекомендую. Обязательно попробуйте. Это прям мой фаворит на всю, наверное, мою зиму. Двойное питание с аминокислотами, интенсивное питание и блеск волос и эффект антистатика. Так, маска двойное питание. Значит, получается 5 минут нужно всего ее использовать, да, на 5 минут. Вот эта маска, она у нас осталась с лета, мы ее брали очень много, но тоже уже подходит к концу. Артикул 7769, она мятная, охлаждающая, классная, и у меня почему-то к ней тянется рука после спортивных упражнений. Вы сейчас знаете, что я уже 2 раза в неделю делаю постоянно гимнастику онлайн со своей хорошей знакомой из моей структуры. Она мне проводит
специальный для меня комплекс разработала, и мы с ней занимаемся спортом потихонечку, чтобы укрепить мою спину. То есть не для похудения, а чисто для того, чтобы я стала себя лучше чувствовать. Сидячая работа, она очень вредная, и сами знаете, что начинают затекать мышцы, зажимаются эти мышцы, начинается голова болеть, начинается хондроз и так далее. Я, конечно, и на массаж хожу, и лежу на наших вот этих вот валиках, но ходила к мануалу, и все они говорят: Аня, пока ты будешь к нам везде ходить, говорит, тебе будет хорошо, но буквально месяц тебе опять будет становиться хуже. То есть начнет голова болеть, слабость, да, то есть хуже соображать, и какие бы ты витамины ни пила. Ты, говорит, пойми, что ближе к 40 нужно научиться постоянно заниматься спортом. Ну, я все-таки решилась, я нашла со своей структуры классного человека, Ирину Соколову, и она мне сейчас помогает восстановить спину, и, конечно, смеется даже надо мной, какая я стала слабенькая, но что делать. И вот как раз вот эта маска, она мне чем нравится? Тем, что я перегреюсь, я вся спотею, я вся не могу, когда спортом занимаюсь. Мне пока тяжело, у меня было всего лишь 8 занятий, да, то есть я занимаюсь всего еще третий месяц пошел, да, немножко по 2 раза в неделю. Конечно, вот это 77-69, я ее помыла голову, нанесла волосы, мне так холодит, мне так хорошо после нее, знаете, и летом тоже очень здорово. То есть маска идет, не только питает волосы, она, кстати, вот эта оранжевая, она не очень хорошо смывается, ее надо подольше смывать, нежели обычную маску, да. Так, нет в наличии, но не убираются склады, я с сайта, я надеюсь, что оно появится. Честно вам сразу признаюсь, закажу штук 10-15, потому что вещь суперская, иммунитет хорошо поднимает, и своим действием она мне напомнила живицу, да, то есть напомнила живицу, и я прямо, не знаю, живицы, я так понимаю, у нас больше не будет, а вот это вот 157-10, я думаю, что должно еще появиться. Значит, тут идет экстракт черного тмина, кристаль хинди и хельпы. Ну, в общем-то, мощное противовирусное иммуномодулирующее действие, которое прямо вот практически один в один по ощущениям живицы. Да, с него также хорошо начинаешь себя чувствовать, как и с этой живицы. Поэтому я прям караулю его, раз в 3 дня захожу и проверяю, появилось ли оно в наличии. Оно у меня прям в закладках добавлено. Далее пропила ньютоник вместе с мамой, с папой и так далее. Тут идет 30 дрожжей по 1 грамму. Если пить по 2 дрожжей 2 раза в день каждому, ну вот считайте, нам его не хватило на 1,5 недели даже. Артикул 157-32. Также Q10 153-81. Это старая упаковка. У нас сейчас появились новые упаковочки, но новую мы только начали еще принимать. Так, куча старых упаковок из-под Омеги. Пьем всей семьей, пьет моя дочка. Артикул 153-80. Очень довольны результату, эффекту. И еще один Секреты Востока. Вот этот вот черный тмин. Я его даже не Секреты Востока, а черным тмином называю, потому что черный тмин — это вообще очень крутая штука. Далее, вот такой вот парфюмчик с невероятно классным ароматом. Тут идут фрукты и ягоды. Значит, из ягод тут идет арбуз, потом идет фрукт дыня и так далее. Да, то есть вообще вот это все вместе просто невероятный взрыв эмоций. Мне нравится такими духами баловаться и наносить их на себя. Это вот вкус детства, что-то напоминает даже Bubblegum, что ли, да, то есть вот такое прям детство вкус, прям обожаю. Викина зубная паста закончилась, она идет с натуральными красителями и отдушками. Возраст тут идет 3+, безопасно при проглатывании написано, артикул 2441, она больше гелевая. Гель для бритья, ну, пенится хорошо, гель для бритья, так, артикул 8147, это мужчины наши бреются. Ультрапитательный шампунь для волос,
Очень хороший шампунь, моет для скрипа, без маски вы не сможете, вот, потому что надо чем-то волосы попитать, потому что он очень хорошо промывает, он идет 100 мл, но вы знаете, такое ощущение из-за вот этой кучи обильной пены, из-за скрипящего эффекта, мне кажется, он промывает волосы великолепно с первого раза. Артикул 0960, да, то есть не два раза, один надо мыть, и плюс ко всему он... Вот вы знаете, музыкальные скрипучие волосы прямо наичистейшие, да? И мне кажется, что его надо намного меньше выдавливать. И вот эти 100 мл, может быть, даже равны 250 мл обычного шампуня. Вот такое вот у меня ощущение возникло, потому что он у нас, хоть и 100 мл, он у нас очень долго заканчивался. Вещь действительно стоящая. Далее, с Катюшей мы начали пользоваться кремом-депилятором. Как-то надоело ходить, драть себя, это больно и так далее. Ну, а депилятора хватает на 3-4 дня, потом заново волосы вылазят, да? Вот, поэтому он у нас идет, мы его тратим, прям тратим. Раз в неделю точно пользуемся. Артикул 2575. Хороший депилятор, депилируем все от интимной зоны до подмышек, до ног и так далее, и так далее. Вот, где волос жесткий, надо потолще слой наносить, где волос тонкий, надо потоньше слой наносить. Ну, в принципе, ждать, ну, около 3-5 минут приходится. Далее, пена для ванны, для детей, 3+, артикул 2357. Это у нас идет, так, даже какой же это аромат, мы недавно ж мы с Викой наводили. Ну, что-то типа вишенки, да, такой компотный. И кошка малина, это гель пена для ванны, у нее яркий аромат манго, очень яркий, бьющий в нос, артикул 2387. Детское мыло для рук 3+, тоже идет с очень таким приятным ароматом дыньки, артикул 2356. Пара обычных взрослых мыл, значит, про руки, жидкое мыло для рук. Вот я даже не знаю, есть ли оно на сайте, но оно мне очень-очень нравится. Артикул 2137, парочка закончилась. Так, дальше, значит, что у нас пошло? Батончики, куча-куча батончиков, значит, идут они в упаковке 4 штуки. Ну, понятно, что не все дошли до пустышек, мы уже такое особо-то не собираем. Значит, 4 штучки, артикул у них идет, так, 120 грамм, 160-63. Вкусные, классные, понравились Антону, понравились дедушке, понравились мне. Действительно такой кокос-лимон, очень интересный. Все покушали, всем приятно, всем здорово, будем заказывать еще. Пока никому не надоели вроде бы, да. Далее, опять-таки, вот такие вот батончики идут. Значит, шоколад фундук гуарана с артикулом... Так, где-то же его взять... А вот артикул 16038, кокос кешью кэроб амарант 16040. Далее, значит, вот это вот злаковый батончик с вишней, очень такой вкусный, прикольный, но я вишню не люблю, но ребята быстро его съели тоже очень. Артикул я тут не найду. Так, угу. Он, наверное, потому что они шли в коробочке, а коробочки нету. Угу. Или я его не вижу. Ну, не могу найти артикул. Ну-ка, вот на этих есть ли артикул. Но эти тоже шли в коробке. Скорее всего, они все безартикульные. Угу. Ну, вот эти нам понравились. Ну, заходите в продукты, и вы его найдете. Значит, далее клубничный. Это уже я кушаю. Вишневый, это уже дочка старшая кушает. Вишневый 156,48. А клубничный 156,36. Куча шоколадок опять закончилась. Так, Викуська у меня их кушает, но начала пофыркивать. Ей надоело одно и то же. Вот, ассортимент пока узкий, и ей не очень-то и нравится этот узкий ассортимент. С артикулом 160-22 темный, без сахара, с малиной и миндалем. А шоколад молочный с манго 160-20.
Так, и 16019 это клубника и фундучок. Значит, также, что еще мы используем в еду, это, конечно же, наш коралловый кальций. Я помню, что программа, когда Фаберлик Клуб перестала действовать, я, конечно же, выбирала то, что нужно именно мне. Артикул 153.92. Давно про него не рассказывала. Он помогает усвоению кальция, облагораживает воду, делает качество воды лучше. Как-то даже повкуснее немножечко. Но этот оттенок еле заметный. Вот. И еще самое классное, то что мы заказываем воду у водовоза. Чистую, хорошую. Да, и к нам ее каждые 3 дня привозят. 3 штуки по 20 литров. По 19. И вот как раз вот этой упаковочки хватает нам на вот эту вот тубу 19 литров. Конечно, немножечко тут меньше, нежели нужно, но все равно нормально. Вот, мы уже там по 1,5 пакета никак не открываем, не складываем. Мы уже решили вот таким образом. Значит, тут 12 сэше пакетиков, которые не надо разрывать, их надо сразу складывать в воду, и вода как бы заряжается всяким разным полезным, да, то есть это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды, она так и называется коралловый кальций, очень хорошо ускоряет обмен веществ и так далее, и так далее. Вот, артикул 153.92. В общем, нам она нравится, пользуемся ей на постоянной основе. И, значит, вот за этот месяц мы выпили 1, 2, 3, 4, 5, 6 бутылей по 19 литров, получается. Пару коктейлей Wellness у нас закончилось. Конечно же, мои любимые, шоколад клубника. Артикул 156.54 у шоколада и 156.51 у клубники. Классные, вкусные, хорошо утоляют чувство голода. Содержит 53% белка, антиоксидантами, витамины, минералы и так далее. Кстати, у нас с вами в следующем каталоге электрические чайники появятся. Поэтому я вообще их очень-очень жду. У нас как раз чайник что-то вот. Кнопочка там начала заедать, западать. И как раз вот мы не поехали за новым чайником. Купим его в Фаберлик себе. Вот про эту пенку я говорила. Я ее очень люблю. Гардерика 40+. Артикул 0747. Классная пеночка такая вот. Как раз тут вроде бы уже ничего нет. Но еще пока выдавляется. Да? То есть она такая прям шикарная. Вот. Аромат у нее какой-то, знаете, обычный, ну, ничего такого особенного, просто пенка действительно хорошо очищает кожу, лицо, лицо у меня не стягивает и так далее. Далее, дезодорант закончился, 48 часов защиты, не знаю, мне вот этот весенний букет запах нисколько не понравился, артикул 2352, но дорасходовала. Так, еще одна стевия, третья штука, потому что у нас сейчас много живет, мы все с ней пьем. Ультра Клин Грин, ей выходит в замену новая линейка N4W. Я так понимаю, вот это все закончится. И N4W вытеснит вот это Ультра Клин Грин. Но маска N4W, вот эта вот, на новый лад, да, она куда круче, нежели вот эта. Поэтому я ее дорасходую и без всяких сожалений буду переходить на N4W, потому что, ну, она действительно шикарная, она действительно великолепная, и она действительно мне очень-очень-очень понравилась. Значит, у этой маски артикул 0882, и она немножко жидковата, она немножко как бы течет, а та маска, она не течет, и запах у нее как-то вот повкуснее, получше. Ей можно использовать как гель для умывания, как скраб для лица и как маску. Она вся идет для жирной и проблемной кожи, но у меня жирная и проблемная кожа бывает перед женскими днями, поэтому я ей пользуюсь с удовольствием, делаю масочки, чтобы никаких воспалений на лице не было. Мой любимый тоник 0779 Renovage, как раз он подготавливает кожу к нанесению кремов. А как вы все знаете, крем без тоника – деньги на ветер. Даже есть такое вот выражение. Заканчивающийся порошок, артикул 320, 30020. Все нравится, все здорово с этим порошочком. Сколько я лет им стирала, даже не думала, что может быть что-то еще лучше. Но из-за того, что у нас жесткая вода, нам, конечно, больше подходит Home Gnome Greenly. И я с удовольствием перехожу на этот порошок, этот уже достирываю. Далее таблетки для посудомоечных машин, пара упаковок. Упаковочек ушла. Так, артикул 110.60. Тоже как бы
хорошая штука, никаких нареканий пока к продукту нету. Освежитель для воздуха. На водной основе, не вредный, он захватывает частицы пыли, осаживает на пол, и перед каждым мытьем полов мы просто проходимся спреем этим по квартире и потом моем пол. Ну, классно получается, такой пролонгированный эффект чистоты, мне очень это нравится. Артикул 113.29. Особенно ценные они тем, что они мало того, что не вредят, да, они улучшают качество воздуха, они его увлажняют вдобавок ко всему. И во время ремонта вот эта вещь, она очень даже незаменима. А так, стиральный порошок концентрированный для стирки в жесткой воде. Вот я как раз про него говорю, что мы на него переходим. Тоже закончился, намного мягче белье, намного лучше отстирывается. Просто вот подарок. Такой вот от компании Faberlic, что мы можем действительно стирать, и все здорово и классно, и никаких нареканий к продукту нет, и вообще здорово. Вот, 118.92, 800 грамм, это для цветных тканей у нас с вами получается. Дезодорант, антиперспирант, ну, как бы другого нет, и я поэтому этот заказываю. Артикул 0507, но аромат у него бомба. Очень классный, суперский, очень приятный аромат. Иногда, конечно, хочется какой-нибудь уже другой, потому что этот надоедает. Гель для подмывания детский с экстрактом череды алоэ вера 0+, от Эксперт Фарма. Артикул 1644, прям тоже классный. Такой идет густой. Да, вот он идет. Я как раз там чуть-чуть оставляю, всегда до конца не расходую, чтобы вам показать. Отлично пенится. Запах у него еле-еле заметный. Вот. Далее гель для интимной гигиены с афродизиаками. Сейчас он у нас стоит в двух ваннах. Для чувствительной кожи. Значит, 200 мл, артикул 8722. Тоже густой, долгоиграющий, классный. Наконец-то закончилась эта версия. Его уже нет в наличии. Это был гель... шампунь и гель для душа, 2 в 1, мини-мини версия, значит, 100 мл, как раз то, что разрешается с собой брать в отпуск и так далее. Что-то он у нас так долго стоял, потому что мы все-таки берем с собой в багаж полноценную версию, а то, что в самолет вручную кладь вот эти 100 мл не пропускают, но это для тех, у кого, кто ездит без багажа. И багаж не сдает, да, вот для них это классно, взяли с собой кучу мини-версий и все. Но вот лично я всегда с собой беру кучу парео, там, если еду на отдых, еще что-то, и как бы, ну, мне вот эта версия, что есть, что нету ее, да, потому что, ну, в самолете вы нигде не помоетесь, да, то есть, а багаж все равно приходится сдавать, потому что если мы едем, это старшая дочка, младшая дочка, муж, я, мама, папа, да, то есть няня, это уже 7 человек, но не может быть, что у 7 человек не наберется хотя бы одна сумка багажа, да, ну, вы поняли. Так, далее, значит, шампунь-бальзам для волос, артикул 2344, это Викуськин малиновый шампунчик, вместе с бальзамчиком совсем идет. Шампунь питательный. Вы знаете, ребят, совсем не понравился вот этот вот шампунь. Еле-еле его дорасходовали. Он такое чувство, что он то ли голову не промывает, то ли что. Но мне он не понравился. Артикул 8669. Очень приятный аромат. Благодарю мужу, что он забыл свой гель для душа и сказал, ну, а что было, тем и помылся, да, написано питательный, я и помылся питательным, ну, мы посмеялись, потому что это был шампунь, но мужчины, они, ну, такие мужчины, что ж с ними поделаешь. Так, бальзам, яркость и шелковистость для окрашенных милированных волос, клевер и гранат, лучше от природы, это дочка у меня почему-то им пользуется, она вообще любит ботанику, запахи ботаники, ну, в ботанике действительно запахи намного натуральнее, нежели в других шампунях. Артикул 8751. Очень хороший, кстати, не та упаковочка. Это от сухого шампуня, кстати, упаковочка. Очень классный лак для волос. Артикул 8973. Делаю с ними прически и на фотосессии, и какое-то видео по бизнесу снять, вебинар провести там. Ну, знаете, много всего. И, кстати, вот вы сделали прическу, допустим, в кудри. Собрали эти кудри в пучок наверх. Можно вот так вот ночь поспать, если на ночь делали, да, то есть сами сходили в душ, кудри остались. Вот.
С утра просто распускайте, и у вас прическа 2 дня держится. Хороший лак, нормальный лак. Вот, артикул 0528 гель для душа. Муж дорасходовал, ему нравится. Ну, аромат, знаете, такой сладкий, но очень приятный. О, ребята, это моя любовь. Ботаника. Не сушит кожу, во-первых. Большой объем выпустили, во-вторых. Артикул 2547. Я прям счастлива, что такой гель для душа с таким вот прям ароматом, который прям классный, классный, классный. Вишневый цвет и хлопок. Причем пахнет он абсолютно никакой не вишней, а именно вот этот вишневый цвет. Нежный, ласковый, классный. Ой, ну вообще, готова бесконечно его вдыхать, как он мне нравится. Далее, шампунь для всех типов волос, укрепление и блеск, лучше от природы. Он идет как бальзам, 2 в 1. Я его брала по VIP-новинкам, им пользовалась дочка. Она как видит ботанику, ей почему-то нравится эта упаковка, ей все это нравится, и она им сразу начинает пользоваться. Артикул 3 семерочки 0. Запаха, знаете, практически никакого нету запаха. Такое чувство, что... Но он есть, но он такой нежный, легкий. Так, новинка закончилась. У нас, значит, питание, восстановление, шампунь 400 мл, артикул 2731. Тоже классный шампунь, тоже близко к скрипу волосам. То есть очищает хорошо. После него, конечно же, только какой-то бальзам, иначе вы волосы не расчешете. Классный, 400 мл. Большие объемы, но, как вы видите, у нас тоже заканчиваются. Дальше. Поехалите с вами. Ультракондиционер для белья дыхания Прованса. В принципе, нравится он мне. Артикул 118-52. Этим средством мы моем все двери. Артикул 112-53. Двери на балкон, пластиковые двери, комнат, межкомнатные и так далее. Нам почему-то вот прям нравится им что-то такое вот оттирать. Это у нас запасники были. Артикул 112-92. Не знаю, сколько еще осталось. Тоже помню, брала то ли по бонусам, то ли по купонам. Я набрала то, что идет хорошо. У нас 2 унитаза теперь. И, конечно же, этого средства как будто и больше идет. Потому что пока там помыл, пока тут помыл, я ставлю туда один. И вот они как-то вот примерно одновременно заканчиваются. Я не удивлюсь, если у моих пустых баночек через пару дней еще такая же будет одна. Так, дальше. Концентрированный гель для стирки для деликатных тканей. Вики часто стираем одеяло, куртки и так далее. Все стираем вот этим. Артикул 118-40. Викуська моя, это вообще особенно весна-осень. Это курточки через день стираются. Постоянно, вот сколько ни стирай, черные рукава, черные коленки. Все на ней черное, да елки-палки, да сколько можно. Ой, ну дети, они в Африке дети, да, найдут грязь. Постоянно стираем. Просто вот больше 2 дней в курточке, чтобы моя Вика проходила, это что-то будет с чем-то. Мы ее будем очень за это хвалить. И для нас это будет прям нонсенс. Так, средство для чистки духовок и плит. Тоже классная штука. Артикул 111-19. Оттирает все, но пользоваться им нужно в перчатках. Там много всяких различных щелочей и так далее, кислот. Пусть оно и натуральное, и не наносит вреда окружающей среде, но ручки пострадают, если им пользоваться. Поэтому берегите ручки, надевайте перчатки. Концентрированный гель для стирки для цветного белья, артикул 118-43. Он у нас тоже хорошо идет, потому что цветного белья в доме много. Ультракондиционер для белья, ароматерапия, суперконцентрат, восточный пион. Очень классный аромат, очень его люблю. Артикул 118-53. И ароматы, знаете, они как будто вот... стойкие какие-то, да, вот, и тут еще в составе идет особая забота о тканях и соблазнительный пудровый аромат цветов с теплыми нотами амбры и пачули, ну, реально прикольно. Средство для мытья посуды 118-31, пара штучек закончилась, ну, это связано с переездом, да, то есть вот тут мы прям оставили вам показать немножко, сейчас его довыльем в нашу емкость, в которую мы переливаем это средство. Вот. Тоже штука великолепная.
с активированным углем, убивает все запахи, с древесным углем, извините, убивает все запахи и так далее. А вот оно и, кстати, вот и оно. Только об этом поговорила. Средство для чистки духовок и плит, пожалуйста. Еще одно универсальное средство. Так, тут еще одно. Ребят, ну ремонт такая штука, только все стираем, знаем и моем. Так, значит, кстати, вот это вот у нас ушло на шторы. Да, мы полностью снимали все шторы и мыли, да, вот это вот белье, концентрат для стирки, вот. Но шторы мы сейчас все сняли и ждем, пока нам новое повесить. Мы заказали новые шторы, потом придут, я вам покажу в следующих пустышках. Артикул 118-43. Далее, полностью уходим с этого средства на Хонгнум Гринли. Там есть универсальное биосредство, и вот мы переходим на него. А, кстати, показать вам, сейчас у меня тут пакетик рядом с заказами. Вот и это средство. Я его заказывала по VIP-новинкам. Биосредство. Это полное, это не пустышка. Артикул 108.97. Вот таких я еще заказывала 3 штуки. И вот они у нас закончатся, и мы вот перейдем на него. То есть у нас сейчас средство для мытья полов 4 штуки в запаснике стоит. Кто говорил, что у меня дома запасы сглазили, и радуйтесь. У меня в доме теперь есть запасы. 3 таких и 1 тот. Вот так, ультракондиционер для белья, ароматерапия. А, как вы видите, 3 штучки у нас ушло, потому что мы очень много перестирывали в переезд. Очень много стирали, просто... Ой, у нас сейчас 2 машины, и ни одна не замолкала, ну, около 3-4 дней. Просто вот весь балкон был завешен. Мы уже покупали специальные такие, знаете, расставляются сеточки, чтобы нам хотя бы что-то где-то в каких-то вот условиях постирать, где-то бы хотя бы просушить, потому что переезжали мы уже, когда выпал первый снег, и белье на балконе абсолютно не сохло, то есть все, что перевозили, покрывало, одеяло там, да, то есть подушки где-то какие-то, все вообще перестирывали, да, и, конечно, это был просто вот, не знаю, 3 дня абсолютной стирки, и негде было сушить. В общем, поэтому кондиционеров у нас ушло огромное количество. Артикул 118.55. Все вот, знаете, вот эти пледы и так далее. Ну что ж, длиннющий заказ. Думаю, я вам все сказала. Пишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы пользуетесь, чем не пользуетесь, где вы со мной согласны, где нет. Честно сказать, долго думала, показывать ли мне вот это средство ICUL, которое я забраковала, да, то есть, но я вам еще раз хочу сказать, мне просто лень делать все эти махинации, да, все эти процедуры с лицом. Я просто умылась, кремом намазалась, и все, и хватит. Поэтому я так себя повела, и я его выкинула. Вот долго думала, показывать вам его или нет, потому что, ну, как-то не лежит у меня к этому душа, вот эти все процедуры делать многоэтажные. Вот, мне проще. Взял, умылся, намазался кремом, лег спать. Мне некогда вот это все, да, разделывать, выделывать. Вот, ну все, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. А так, вот, ребят, смотрите, хочу показать вам, как работает вот этот чистящий крем универсальный. Эффективно чистит поверхности на кухне, в ванной комнате, придает блеск, облегчает, ну, ты. Артикул у него идет 112.53. Значит, мы его наливаем на тряпочку, ну, вот таким количеством немного. И вот тут, смотрите, мы уже отмыли, а тут вот еще конец дверей у нас вот такой вот... Нам не повезло с мастерами, и так получилось, что мастера нам поставили вот эту вот, слышите, да, такую вот пленочку, которая все время морается, и невозможно, буквально проходит неделя, опять вот этот не стемнеет из-за того, что мы моем пол. Хотя воду мы, конечно, тоже меняем, но и вот давайте сейчас посмотрим. Просто мгновенно оттирается, великолепно все оттирается, да, вот видите, уже пошел вот такой вот классный суперский эффект, и мы действительно очень-очень довольны этим средством. Да, оно идет с такими нежными, моющими, абразивными частичками. Оно идет как кремчик. И что самое классное, даже замачивать не нужно. Оно сразу же вжих. И конец дверок, вот он начинает полностью весь оттираться. Просто вот прям награда.
такое вот средство. Его очень-очень не хватало. Артикул 112-53. Да, то есть вот, прям великолепная вещь. Да, и отмывается прям здорово. Вот. Конечно, такие двери мы больше заказывать не будем, но и хочется, чтобы эти дольше прослужили. Мы такие двери заказали в несколько сразу комнат. Так, туалет, ванная, Викина комната, Катина комната, кухня и наш кабинет. В общем, 5 дверей получается. Да, 5 дверей, 6 еще мой рабочий кабинет. Вот, и смотрите, вот как оно оттирается. Вот тут вот еще, видишь, посерединке осталось. А так просто вот великолепно.